А что случилось? Как что? Вы разместили в сети интернет экстремистские материалы, направленные на возбуждение ненависти по признакам расы и национальности. Вы не знаете, что законом за это предусмотрена уголовная ответственность? Нет, простите, я не знал. Незнание закона не освобождает от ответственности. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, совершенные публично или с использованием средств массовой информации и сети интернет, наказывается лишением свободы до 5 лет. Статья 282 Уголовного кодекса Российской Федерации.